я вам еще раз повторяю, ничего такого никогда в жизни не будет. Вот мы договорились один раз и договорились на всю жизнь. Пока я директор, ну, проблем не будет. На кадрах оперативной съемки начальник филиала энергетической компании. Его собеседник – директор одной из коммерческих фирм Черемхова. У его компании долги перед энергетиками. Начальник филиала предлагает план их погашения и обещает в будущем пересмотреть для фирмы тарифы. Мужчина предложил индивидуальному предприятию за денежное вознаграждение списать долги за электроэнергию. В случае отказа поставщик угрожал бизнесмену тем, что вовсе отключит предприятие от энергоресурсов. За свои услуги поставщик требовал более 100 тысяч рублей. Переговоры Щапов проводил в кабинете директора фирмы. Там же он получил от бизнесмена более 100 тысяч рублей. В этот момент в офис вошли сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204 Уголовного кодекса России. Это коммерческий подкуп. Купюры номиналом в 5 тысяч рублей были помечены специальным составом. В ультрафиолете отчетливо виден состав преступления. Иван Курницкий, Александр Дудин. Новости сейчас.